Олимпийская сборная Азербайджана отправится в Рио-де-Жанейро вечером 1 августа. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов на проведенной им 25 июля пресс-конференции. Министр сказал, что после 14-часового перелета наша команда будет в Бразилии 2 августа в 9:30. Через день в Олимпийской деревне будет организована церемония приветствия азербайджанских спортсменов и поднятие нашего трехцветного флага. Азад Рагимов отметил, что наша команда входит в число стран с большим составом. Азербайджан на Олимпийских играх представит 56 спортсменов в 18 видах спорта. У нас разница во времени 8 часов, и в Бразилии сейчас зима. Часть нашей команды – дзюдоисты уже в Бразилии. Министр довел до внимания, что в Олимпийской деревне наша сборная поселится в одном из зданий со сборными Португалии и Словакии. Глава ведомства сообщил также, что азербайджанские паралимпийцы отправятся на игры в сентябре. Министерство молодежи и спорта представило мини-меджлис предложение о ряде изменений в антидопинговое законодательство. Министр сказал, что оказывать психологическое давление на спортсменов в связи с допингом неправильно. Необходимо проверять спортивные структуры, Министерство спорта, Олимпийский комитет. То, как мы проверяем спортсменов и организуем эту работу. Проверяйте, требуйте с нас, сказал Азад Рагимов. Также министр подчеркнул, что очень обеспокоен тем, что допинг в будущем может быть использован как инструмент или средство политики и других вопросах. Министр также сказал, что все спортсмены, которые будут участвовать в 31-х летних Олимпийских играх и 15-х Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, прошли допинговый контроль. Все анализы прошли допинговый тест ВАДА. Последним в Кёльнской лаборатории были проверены и приняты анализы крови боксеров. Мнение, высказанное международной организацией о непрохождении нами допинговых тестов, неверно. Это ошибочный подход, добавил Азад Рагимов. Также министр сообщил, что за олимпийский цикл с 2013 по 2016 год азербайджанские спортсмены приняли участие в свыше 1000 международных соревнованиях. За это время было завоевано 3000 медалей, из них 1042 по олимпийским видам спорта. Затем на мероприятии был продемонстрирован фильм с участием родителей спортсменов, отправляющихся в Рио-2016. А также была представлена медицинская сумка с препаратами против вируса Зика в Рио-де-Жанейро, предназначенная для наших спортсменов. Первана Рагимова, Шакир Гурбанов, Эльмин Лачинов, Азертач.